талантливы и неповторимы в своем творчестве. Ежегодный фестиваль художественного мастерства, посвященный году кино и 90-летию со дня образования Комсомольского муниципального района, объявляется открытым. Слово предоставляется заместителю директора Краевого государственного учреждения Центра социальной поддержки населения по Комсомольскому району Пронько Любови Федоровне. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня 21 раз мы в районе отмечаем фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями. 21 раз уже некоторые люди, участники фестиваля, изначально участвуют у нас. Олеся Малахова, она была маленькая девочка, когда пришла на первый наш фестиваль и пела свои песни. А сегодня Олеся выросла, стала женщиной, имеет детей. Татьяна Константиновна Комиссарова, ей не было 30 лет, когда она первый раз участвовала в нашем фестивале. Олеся Оксана Кицнар, вы понимаете, это люди, которые всю свою жизнь посвящают не только себе. Они борются со всем, со злом, с тем, чтобы все люди могли на них, глядя, быть активными, творческими. И они всегда принимают участие в нашем фестивале. Я желаю вам сегодня на нашем фестивале творческих успехов. Я желаю вам здоровья. Я желаю вам счастья, добра, благополучия. И чтобы, глядя на вас, другие люди в ваших сельских поселениях брали с вас пример и никогда не сетовали ни в какой жизненной ситуации. Какая бы жизнь ни была, как бы ни было трудно, она прекрасна и удивительна. Я очень рада вас приветствовать сегодня здесь, в этом зале. Сегодня у нас в гостях Прокопьев Владимир Владимирович, председатель общества инвалидов Комсомольского района. Муштай Владимир Николаевич, председатель общества инвалидов города Комсомольска. Лещук Виктор Николаевич, председатель общества слепых города Комсомольска. Вы видите, какие у нас гости, и все рады вас приветствовать, и все хотят посмотреть, какие же творческие у нас люди. Всего вам доброго.